Ко Всемирному дню сна мытищинские автоинспекторы организовали рейд, во время которого проверяли водителей на усталость и сонливость. Появление сонливости, слабости, тяжести в руках и ногах, зуда в глазах и вялости свидетельствуют об усталости организма. Эти ощущения, к которым примешивается снижение внимания и концентрации, из-за усталости замедляется реакция, что крайне опасно при продолжительном управлении транспортным средством. Как уверяют медики, легкое утомление можно почувствовать через 4-5 часов вождения. А к 6-му часу оно уже ощущается явно. И как только водитель начал плохо себя чувствовать, нужно сразу же останавливать авто для небольшого отдыха. В рамках проведенного рейда инспектор отдела ГИБДД вместе с фельдшерами станции скорой помощи проверили на усталость и сонливость несколько десятков мытищинских водителей. В результате давление и пульс практически у всех оказались в норме. Мы настоятельно просим водителей никогда не садиться за руль, если вы чувствуете себя плохо или боретесь со сном. Не подвергайте себя и других опасностям.